Я посмотрела. Ну, честно, не хочу особо я вдаваться в подробности с Арестовичем. Не хочу эту тему поддерживать. Но так или иначе, в телеге проходят видеоролики. В общем, он извиняется. Ну, я хочу сказать, Арестович, ты либо извиняйся, либо не извиняйся. Если ты гордый, чтобы извиняться, ну просто, ну, move on. А если ты извиняешься, то ты не говоришь, что я извиняюсь, но так не работает. Если ко мне подходит человек, который меня обидел, и говорит мне, я извиняюсь, но я его посылаю нахуй. Ты виноват или нет? Точка. Ну, ты можешь сказать, там, человек убил его отец. Либо человек убил, не знаю, орк. Понимаешь, ну, отец это отец, а орк это орк. Ну, как бы, это не ошибка, это не может быть ошибка. Я опять же не хочу въезжать, почему ты это сделал, но, Арестович, это не ошибка. Это не оговорка, это не то, что ты устал. Я тоже устаю, мы все устаем. Волонтеры, вот у меня девочка из России, она работает по 19 часов. Она зашивает швы у бойцов ЗСУ, и она валится с этого. Но я не думаю, что на 20-м часу работы она скажет, что выстрелила наше собственное ПВО, и как бы были такие вот развалы зданий. Ну нет, конечно, ну Арестович. И начинается, Фейгин, значит, сидит Арестович, значит, яйца развалил, говорит, я, в принципе, не так уж виноват. Фейгин так сдувает с яиц там, всякие перышки, говорит, да, конечно, конечно, любимый Арестович, да, конечно. Ну, Фейгин, ну ты зачем, боже мой, ну зачем вот такой паровоз, непонятно, вот это вот болото, извиняться, не извиняться. Ну, блядь, извиняться, значит, извиняться, ну, как бы всем. Фейгин, ты тоже в этом говне, как и дождь, сидишь, ну, ей-богу.